Приветствую всех, друзья! Сегодня анонс будет пораньше. Сразу хотел бы попросить извинения у тех, кто вчера смотрел Империю и Ликвидов. Вот мы с вами только первую карту посмотрели, а потом легли сервера, упала дота, и, собственно, я не показывал уже оставшиеся две карты. Вот, надеюсь, вы сильно не расстроились. Вот. Сегодня, как обычно, начинаю в 15:00, сегодня 18 июня. По-прежнему будет три матча, и, собственно, в 15:00 у нас начинается с встречи Альянс против NIP. Потом по расписанию в 18:00 будут Никма против Викингов, и в 21:00 против Москве Бейты против Юник. Постараюсь сегодня постримить все, матчи, в принципе, довольно интересные должны быть, по идее. Вот, всем советую приходить подтягиваться, посмотреть за игрой СНГ команды, не только. Вот, 15:00, Киев, Москва, Альянс и НИПы. Жду вас на канале Storm Dash Live. Напомню, что ссылочку на этот канал я прикреплю под этим видосом. Можете туда переходить, подписываться, потому что до сентября стримы будут именно на резервном канале. Здесь будут, вот на этом канале, скорее всего, чисто анонсы. Вот, но поставить лайк этому видосу тоже можно, если уж вы посмотрели, я думаю, труда не составит. Спасибо всем за внимание, очень скоро услышимся. 15:00, Киев-Москва, Альянс-НИП, Beyond Epic. Продолжаем смотреть групповую стадию этого турнира.